Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас разговор пойдет про Битфест. Перед началом этого видео я хочу дать понять то, что я не хочу не оскорбить никого из организаторов, никого из тех, кто создавал этот фестиваль, ни из тех, кто участвовал в мероприятии, именно в самой организации и так далее. Дело в том, что я собиралась идти на Битфест, я вам скажу прям так сразу, и я хотела, ну, исходя из прошлых моих лет, из прошлого моего опыта хождения на этот фестиваль, я хотела купить VIP-билеты, и у меня не было денег, то есть я ждала, пока мне перечислят сначала деньги, а потом уже я собиралась покупать билеты, и я не собиралась идти на фестиваль, как было в прошлые разы, то есть мой первый VIP-фест я была как пресса, мой второй VIP-фест тоже я проходила как пресса, есть один проект, к которому как бы, ну, я причастна. В этот раз у меня тоже была такая возможность сходить, то есть сделать фотки, написать статью, к примеру. Ну, как обычно происходит работа, которая связана с работой журналиста, так скажем. В этот раз я решила, что все будет по-другому, я лучше схожу как VIP. Исходя из прошлого VIP-феста, из-за большого количества людей, из-за отсутствия пресс-зоны, я подумала, что лучше будет, если я куплю VIP-билет, и поэтому в VIP-билеты пойду. Потому что у меня будет отдельный вход, у меня будет возможность фотографироваться с блогерами. Хотя, в принципе, я уже так не делаю, но... Так как я очень долго ждала, пока мне перечислят денежные средства, чтобы можно было купить билет, время вышло. Сначала VIP-ы были по 3900, потом VIP-ы были по 4400. Я готова была заплатить эту сумму. И деньги мне перечислили именно в тот момент, когда VIP-ы закончили. Был полный солд-аут, и я захожу на сайт... Хочу купить билет, смотрю, уже все распродано. Думаю, ну ладно, хорошо. Я подумала, блин, а почему бы просто не купить обычный билет? То есть, что в этом такого? Мне все равно нужен был материал, мне все равно нужно было как бы отснять. И что вы думаете? Я захожу на сайт, пытаюсь провести оплату, то есть я покупаю билет, и у меня выскакивает карта. Это очень большой минус для организаторов, что возможность была оплатить только картой. По-другому никак, потому что у меня деньги лежат на других денежных платежных системах, и это не банковская карта, и это дико неудобно. Вот я очень надеюсь, что на следующий год будет возможность покупать билеты не только с карты, потому что, как выяснилось, и как я серчила информацию в интернете, такая проблема сложилась еще у многих людей, которые пытались оплатить свой билет. Возможно, по какой-то причине организаторы не сделали другой способ оплаты, но я могу вам честно сказать, он дико неудобный, когда нет выбора других платежных систем для покупки билета. Я решила, что, скорее всего, если у меня нет возможности покупки другой платежной системы, а переводить деньги все время с процентом мне не хотелось, я решила, что, окей, ладно, в этом году я пойду тоже как пресса, либо если не получится пройти, я прям на месте куплю билет и пройду. Накануне я была в гостях, и я поспала 2 часа, и на Video People, я не знала, что был Video People, честно, я каждый год промахиваюсь мимо этого Video People, и мне несколько обидно, потому что даже на Video People были люди с гораздо меньшим количеством подписчиков, и я вот этого момента как-то, ну, не понимаю, как туда попадают, короче говоря, ну, это ладно, это отдельная тема. Так как я себя чувствовала не очень круто, я решила, что, ладно, досплю до 12 часов, вот, и потом поеду, тем более мне здесь ехать недалеко, и я подумала, что лучше я высплюсь хорошенько, лучше... Ну, перед мероприятием вы сами понимаете, что лучше всего как бы выглядеть и ощущать себя как бы круто, это надо выспать. В 12 часов я просыпаюсь, и все мои знакомые, и даже знакомые из прессы, которые там были, начинают мне слать фотографии. И мне пишут постоянно, что здесь жуткая давка, и я знаю людей, которые простояли в очереди 2 часа. То есть, если бы меня не пропустили как прессу, мне пришлось бы стоять в очереди 2 часа. И я посмотрела также на тех, кто разворачивался, кто уходил, тех людей, которые... были вынуждены уйти из очереди, потому что пройти было практически невозможно туда поначалу, была давка, как-то все было скомкано, и я подумала, что... А я же еще болела тогда, и я практически не выздоровела, то есть у меня накануне тоже была температура, кашель, вот это вот. И я представила, что будет тогда, когда если целый день с часу, да, или с 2 часов до 8 на улице, то есть нету помещения даже... Вот эти вот зоны, которые там были, они все равно, грубо говоря, находились на улице. И провести такое большое количество времени на улице, ну как-то... Знаете, когда ты болеешь, оно тяжело, если честно. Поэтому момент приезда туда я оттягивала, потому что, ну, как-то, знаете, не очень хотелось еще раз заболевать, потому что весь сентябрь, все начало сентября, как бы я с температурой здесь провалялась. Возможно, в глубине души где-то я, может быть, и жалею, что не доехала, потому что...
Мои самые любимые фестивали связаны с фестивалями видеоблогеров. Но, как-то знаете, мне не очень хотелось, чтобы мое представление о Витфесте было как-то опорочено и как-то очернено, так скажем. Мне на тот момент хотелось вспоминать и те события, которые были, именно как какой-то восторг, какое-то хорошее мероприятие. Я знаю, что очень многим Битфест это понравился, я это прекрасно знаю, я видела все отзывы, но большая часть людей все-таки осталась недовольна. Я считаю, с чем это связано, с тем, что хлебозавод не может вместить такое количество людей, и я думаю, что это было и понятно, когда заканчивались билеты, когда закончился тот же самый VIP, то есть, представляете, какое-то количество билетов по 4400 уже под конец, их просто не было. Я на месте организаторов, конечно, бы задумалась о том, что фест под крышей, ну, по крайней мере, в Москве, он проходит более лучше и более, как-то скажем, позитивнее. Только по одной простой причине, что, несмотря на то, что было солнце, облака разгоняли, потому что был день города, что, в принципе, я понимаю, почему вы так удобно выбрали именно эту дату, но поверьте, когда вы делали фестивали все под закрытым небом, так скажем, было намного приятнее, было реально намного приятнее, и вот эта вот куртка, любая теплая вещь, которая мешалась, ее можно было сдать в гардероб, что было очень круто. Тут же, я, честно говоря, не знаю, были ли гардеробы, но сколько раз я видела людей, они все в теплой одежде, все снимаются, фоткаются, люди приходили в пальто. Вы знаете, я считаю, что это не очень удобно. По поводу покупки еды. Я знаю, что очень многие люди стояли в корнерах там до 30 минут и пытались купить ту же самую шаурму. Сразу рассказываю, как было в прошлом году. Максимум все стояли в очереди за едой, ну где-то может быть максимум минут 10. И то все были возмущены, блин, мы так долго типа стояли в очереди, типа что за фигня. А тут сразу же такая вкрадывается мысль, что людей было гораздо больше, почему стояли вдруг в очередях по 30 минут. Либо точек с едой было меньше, либо из-за того, что людей было больше. Также знаешь по поводу того, что, конечно, очень некрасиво получилось с людьми, которые покупали VIP, то есть я могла бы быть одной из них, когда в очередь, например, сгоняли и тех, и тех. Я понимаю, что какая-то привилегированность тут есть, вы стоите в разных очередях, но, понимаете, когда вы переплачиваете, вы оплачиваете именно свое удобство. Это я про тех, кто покупал VIP. И как-то сгонять в одну очередь, ну, мне кажется, это не совсем нормальным, хотя, еще раз говорю, я не хочу никого обидеть, кто там был, и не хочу, как бы, выставлять организаторов в дурном свете, но если бы я купила билет за 4400, мне было бы обидно, на самом деле, что за мои деньги, за деньги, на которые я могу, например, залить себе полный бак бензина и очень вкусно поесть с друзьями в кафе, это все на 4400, поверьте, на эти деньги именно это того стоит, то есть это уже что-то, понимаете, чем просто сходить на мероприятие. Ну, как-то, не знаю, неправильно, то, что смузи не хватило. Ребят, ну, когда вы, например, печатали эти билеты, да, то есть, допустим, к примеру, напечатали, ну, 1000 билетов ВИПа. Я не знаю, сколько их было на самом деле, но мы берем образно 1000 билетов ВИПа. Вы же рассчитываете, какое количество смузи будет, потому что очень многим людям, которые пришли после 2 или 3 часов, смузи уже не досталось. Ну, я понимаю, что сложно, скорее всего, рассчитать. Я просто не могу понять, почему так получилось, что у людей указано в листе за то, что они покупают одно, получается по факту другое. По поводу ситуации с родителями. Отдельная история, отдельная тематика, потому что в прошлом году родители вели себя очень хорошо. Я видела это своими глазами. Тут, значит, моим знакомым девчонкам родители просто распихивали, очень сильно там одну девочку ударили в бок. Это что такое вообще? Я просто не представляю, почему, по какому праву родители так себя ведут. Это все началось именно из-за стояния в очередей. То есть, если дети готовы ради своих любимых блогеров отстоять в очереди там 2-3 часа, как бы, ну и то, знаете, такие там полунедовольства они были, то для родителей, которым там за 35 лет, они уже выражали свои глубочайшие недовольства по поводу того, типа, как так можно загонять детей в такие вот места, как так можно вообще все это делать. Именно от родителей была куча каких-то возгласов, куча всего прям неприятного, о чем я прочитала в социальных сетях. Тут только два выхода. Либо делать на более крупной площадке, либо не приглашать родителей, потому что родители взвинтили очень многих. Я читала, как в паблике Витфеста ВКонтакте родители писали, что уже дозвонились до правительства Москвы и хотят вернуть свои билеты. Да, это действительно было так. Правительство Москвы им сказали, что будем разбираться по факту, почему такие очереди, почему такая ситуация сложилась, потому что там дети, а так как у нас сейчас весь мир за детей, то
Тут, я считаю, психоз родителей. Это лишнее было, потому что дети уже привыкли к таким очередям. Те, кто ходит на всякие сходки, они привыкли к таким очередям. И здесь ничего страшного нет. Знаю, что была неприятная ситуация с тем моментом, когда выступал Фейс. Ребята, организаторы, а вы что, не знали, что он на своих концертах всегда ругается матом? И несмотря на то, что он убирал микрофон, сзади шел его плюс, под который он пел, который был с матом, дети подхватывали этот мат. Вы неужели вы не думали, что будет именно так? И это как бы, ну, для него это нормально. И то, что дети знают матерные песни, неужели вы не думаете о том, что дети... Если приходят на этого исполнителя и его слушают, то, скорее всего, подпевая ему, они тоже ругаются матом. Одно из моих упущений, почему я не пошла на Витфест, я также слушаю этого Фейса. И мне нравится его творчество, хотя сейчас вышел новый альбом, и там совершенно другие песни, не те, которые он представлял на Витфесте. Но, грубо говоря, мне нравится его творчество, и почему такая бомбежка по поводу этого Фейса, тоже непонятно. По поводу очереди на блогеров, я хочу сказать одну такую вещь. Когда на Витфесте было целых 2 дня, когда Витфест шел 2 дня, и когда блогеру давалось большее количество времени, чтобы сфотографироваться со своими зрителями, это было нормально. То, что происходило сейчас на этом Витфесте, когда у зрителей, фанатов, подписчиков была какая-то такая секундная возможность сфоткаться, и то там 100-150 человек на каждого блогера, а на фестиваль пришло больше 10 тысяч, так скажем. О каком вопросе с VIP-билетом, с обычным билетом может идти речь? Если бы я знала, что такая возможность... не попасть к блогеру, например, вот как зритель, я вам говорю, да, я бы никогда в жизни не купил дорогие билеты. Раньше было намного проще, когда фестиваль длился 2 дня, потому что было больше блогеров, было больше разных дней, можно было выбрать либо тот, либо этот день и приехать к тому или иному блогеру. Однако хочу напомнить всем, что накануне Витфеста было мероприятие Video People, очень многие блогеры там напились и сидели у себя на балкончике, отходили от похмелья, так скажем. И читая в описаниях вообще, кто ходил на Витфест или в каких-то комментариях, я очень часто вижу, что молодцами, типа, ну, среди всех блогеров были Топлес и Берсик. Ну, Лиску и Даню Кашина мы в расчет не берем, потому что все ждали их выступления именно на большой сцене. Берсик простояла в течение 4 часов просто так на лужайке, раздавая всем автографы. То есть, представляете, какой у человека профессионализм и какая любовь к своим подписчикам. То есть, человек просто так, просто тратя свое время, грубо говоря, да, которое он мог там провести, например, в зоне с блогерами или покушав, просто так в течение 4 часов стоял и раздавал автографы. Ян Топлес сделал, в принципе, то же самое, то есть он выходил, постоянно спускался, и в этом тоже чувствуется его профессионализм. Но давайте честно скажем, это взрослые блогеры, им достаточно уже много лет, и они понимают не то, что, скажем так, зависимость от своей аудитории, а они понимают то, что пришли на этот фестиваль именно работать. И для них встреча с подписчиками – это, грубо говоря, та же работа. Потому что данные фестивали делаются только для зрителей, для возможности пообщаться с любимыми блогерами. И именно этот момент мне хочется напомнить всем блогерам. Если вы приезжаете на подобные фестивали, вы именно работаете с аудиторией. Вы не пришли туда просто поделать селфи, послушать музыку, поваляться в лаунже с другими блогерами, попить коктейль там или еще что-то. Вы приезжаете именно работать, и это тоже нормально, потому что есть 1000 людей, которые ждут именно вас, и ждут именно ваших с ними встреч, и это тоже нормально, потому что вы работаете на аудиторию. И мне кажется, что организаторы тоже должны это понимать, что основной смысл фестиваля не заработок денег, а дать возможность людям, которые пришли на фестиваль ради своих любимых блогеров, пообщаться с ними, пофотографироваться и провести хорошо время. Я понимаю, что, скорее всего, атмосфера на фестивалях, ну, как и на всех фестивалях, она там была офигительной, потому что многие до сих пор вспоминают этот день с улыбкой. Вот, надеюсь, то, что видео вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, и я пошла дальше выздоравливать, потому что что-то как-то прям... очень тяжко, вот прям горло болит, прям очень просто жесть. Вот, я надеюсь, что увидимся уже с вами более скоро, не так вот прям как пол сентября меня не было на канале, это вообще ужасно, ну, а более как бы пораньше, вот. Я вас всех очень люблю, всегда ваша огромная Таша, и скоро увидимся, пока.